Всем привет! Мы проходим Horizon Zero Dawn. В общем, сейчас попробуем пройти парочку побочек. Ну вот. Так, на чем мы там остановились? Во-первых, торговец тут есть какой-то новый. Все, погоди, с ним даже говорить не надо. Тупо торговец. Даже не хочет говорить со мной. Так, ну это все можно скрафтить, поэтому покупать это не хочется. Вот одежду я бы хотел вот эту вот вещь. Мне, в принципе, хватает на это. Проща. Секундочку. Так. Прикольно. Мне 349 осколков, блин, у меня не хватит ровно одного осколка на две эти вещи. Как это отстойно. То есть надо выбрать что-то одно. Вот так сделаю. Теперь мне не хватит ровно одного осколочка. Хотя я мог бы что-то, может быть, Стоп, если продам, то я продам за осколки или что? А, я продам за осколки, как раз я могу продать что-нибудь за осколок. А нельзя продать это? Погоди. Продать несколько штук. Продать. Ровно один продать. Теперь могу купить вот эту штуку. Не знаю, просто это редкий, типа. Я думаю, если редкий, значит. Значит, оно стоит того. Остальное. Может, я накрафчу как-нибудь. Так, у меня есть задание. Окей, я понял. Я посмотреть на модификацию одежды тут. Ну ладно, пока ничего не буду вставлять. Модификация прощи. Спираль удобства. Я бы в лук лучше вставил, на самом деле, спираль удобства. Вместимость, боеприпасы, окей. Так, задание теперь посмотрим. У меня есть обучающие задания для прощи. Причем даже два, но они у них почему-то высокий левел. Для нитемета есть обучающие задания. Также есть у меня побочное задание забытые. И основное задание, но тоже высокий уровень требуется. Поэтому, может быть, вот это выполнить?
Сразите машину с помощью электрической нити. Окей. Как, куда мне идти? Мне не скажут, типа, ищи сам. А у меня есть вообще электрическая нить-то? Две штуки только. Мне нужны осколки. Давай тогда лучше возьмем другое задание, потому что у меня нити нет совсем. Вот это задание обычное. Пойдем на него. Кабанчик. You're done soon enough. Как тут резко поменялась погода. Дождь и, блин, снег. Вообще не сюда, честно говоря. Не отвык от Дизонорда, где приседать было на кружочек. Здесь на квадратик. Так, лутаемся, лутаемся. Там кто-то, типа, парень был изгоем, типа. Но... Там у него какой-то срок был изгойства, но этот срок уже прошел, но он не вернулся. Меня попросили его найти, о чем заключалась миссия. Вот, поэтому я иду его искать. Миссия вроде как 4 уровня, поэтому не должна быть очень сложной. Не так ли? Надеюсь. Так, там ходят уже. Кто там? Рыскает. Он один? Нет, он не один, конечно. Блин, где бы кусты найти? I told you won't scare them off. Need ammo. Thank you.
вслепую практически выстрелил. Кусты мне закрыли обзор. Стоп, погоди, мне это засчиталось, нет? Задание. Блин, нет, не засчиталось. Потому что я выполняю сейчас другое задание. Так ведь? Или это не... В общем, не понял я, почему. Почему мне не засчиталось? Только зря нить потратил еще одну, блин. Blood, but no body. There's gotta be more to this. Looks like a few drops of blood lead away from the camp. Так, ведьмачье чутье, видимо, нужно. Так, чё? Железный сплав и дерево. Забрызгано кровью, чьей неизвестно. Блин, погоди. У меня какое-то действие появляется и пропадает. Did someone attack bomb with it? Looks like more blood leading away from here. Кровь чья неизвестна. Did someone bring the blood to the camp? The trail of blood ends here. But whoever left it must have also left tracks. Звуки, извините. Так, кто-то шел сюда. Чуть-чуть распогодилось. Так, стоп, погоди. Опять два рыскуна. Рыскаря, точнее. Рыскуна. Не два, блин, а три даже. Я могу одного из них уже вырубить сразу. Но пока не буду этого делать, потому что другой тогда сразу активирует атакующую. Агрессивный мод включит. Что-то не понял. Ну,
Господи, какой ты тупой. Ладно. Но все равно в ту сторону. Все равно в эту сторону, поэтому все норм. Кто там? Мясные животные, не металлические, а мясные. О, костер. Слушай, я тут был? Блин, я в итоге вернулся. Я так вернулся сюда? Прикольно. That's twisted. I wonder if the blood from the camp came from this boar. If Brom did this, why does he want people to think he's dead? And why desecrate the shrine? Не понял. В итоге мы вернулись абсолютно, блин. Туда, откуда сегодня начали. Кто это? Это пилот. Эти? Падальщики? Капец, он стрёмный. Но это, я думаю, недалеко не самый грозный противник. Чё там он это? Сканирует. У меня спальник, интересно. Да вроде бы нет. Куда ты пошел? Резко наступил. Чё? Looks like it was a watcher. Whoever I'm following made short work of it. If it's Brom, he definitely knows how to handle a spear. Слушай, ну Бром вполне себе жив. Почему я парюсь?
Почему я его ищу тогда? Он сам справится со всем. Резко наступила ночь. Это бром, блин. Блин. Конечно, наверх, правильно. Brahm was an outcast for a long time. Why take food and gear now? Да, он пошел-то. From the cache. Why would they take them and just throw them away? Попробую еще раз, только переключившись на другой квест, если увижу. Хотя, блин, если я переключусь, то может быть. А, ну он все равно здесь, отлично. Ладно, тогда потом. I won't listen. Not until you promise. Чего с тобой, парень? Не прыгай. I will. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. You're not a spirit. What do you want? I want you to step away from the edge, Brahm. No. Leave me alone. Can't you see I need time to think? How am I supposed to think when everybody is shouting at me? Не знаю, я бы хотел, конечно, сказать, чувак, угомонись, но попробуем чуть-чуть повежливее, чуть-чуть порассудительнее, а то еще прыгнет. I'm not shouting. I know you're a good listener. So come listen to me, just as you would the others. They say not to listen. But Alara always said, never ignore a speaker. I can see. All right. I'll hear you out. What? That's better. Now tell me, what's troubling you? Spirits of the forgotten. Souls cursed by the All-Mother. Their voices never let me be. They want me to do things. Hurt people. If I go back to the Nora, they might make me hurt Alara. And I'll kill myself before I let that happen. Do you have to listen to the spirits, Brahm? They're speaking to me right now. Always with me. They take care of me. Keep me company. Help me. Except when they scream. Like when that hunter knocked me down. Crush his skull with the rock, they said. And I did. Brahm. You're alive. Как ты тут оказалась? Oh, mother be praised. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right. No. No, 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 no. No. Please, sister, I can't protect you. I need no protection from you, Brahm. How can you be certain? The voices he hears call for blood, even yours. But surely he wouldn't hurt his own sister. I've taken care of him since I was six. I don't want to hurt you. But the Forgotten, their whispers, they fill my head with screams.
Ну, с другой стороны, блин, ну как? Brahm isn't ready to return to the Nora, but I don't think he'll hurt you, Alara. There's a place where I can stay. A cave on All Mother Mountain. I suppose you could visit me there, so long as I'm strong. You will be, Brahm. I'll help you. Thank you, Aloy. I'll take care of him now. May you walk in All Mother's eternal memory, and may the Forgotten leave you be. Ну, кажется, я все разрулил. Он все-таки опасен, раз он говорит, что ему какие-то духи что-то говорят, но при этом, ну, при этом они будут вместе хотя бы. Как отсюда слезть? Ребята, а как вы слезли отсюда? Такие просто пропали, как будто бы тут не какая-то... Вот это равнина была, а не гора. Погоди. А, в принципе, я отсюда могу спрыгнуть, нет? Нормально. Так. Теперь что дальше у нас есть? Во-первых, у меня есть очки улучшения. На самом деле много чего хочется улучшить еще. Но я пока еще подумаю чуть-чуть. Так, задание. Завершенные дела, побочные дела, все сделаны. Тут уровень 12, блин, а у меня уровень 8 только. Может быть, все-таки вот этот пройти? Основное где? Основное прям тут, кстати говоря. Тогда я примерно тут потусуюсь и... Striders. I can test the override device on them. Should go in quiet. Didn't go through all of this to wind up trampled by a frightened herd. Зажмите треугольник, когда отобразится подсказка. Ну а как же найти мед? Вот когда надо, этих, блин, нет. Рыскарей. Рыскарей, вы где? Какая-то деревня тут, что-то вряд ли они будут. Или забить и попробовать все-таки эту миссию. Хоть у меня левел почему-то не подходит к ней, но... Маловат пишет, но попробовать можно, я думаю. Опа, это кто? Падальщик? Сейчас, погоди.
мне засчитали, кстати говоря. Еще один. Они вот, выполнено же задание, да? Да, выполнено. Отлично. Давай тогда пойдем на основную задачу. Побочных к тому же, не знаю, на карте они, наверное, изначально не помечены. Их надо находить, побочки всякие. А это что значит? Вот. Ну так что потом, я думаю, найдем. Да, и кстати говоря, тут можно где-то посейвиться бы. Хочу посейвиться у костра. И потом пойду на украшать плоту. Back to your business. Киберплоту. Так, надо, значит, подкрасться и нажать треугольник, когда появится возможность. Тут сразу две. Наверное, не очень хорошо, потому что одна из них меня заметит, и обе убегут или на меня накинутся.
nice and quiet. Okay, here it goes. Come on, come on. It worked. It's not hostile. There we go. That a boy. That's more like it. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Ready. Что мне надо сделать еще раз? Поговорите с Варлом. Now they're hunting me. Вот он офигеет сейчас. Скажет точно, ты точно проклятая. Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that Strider when you came through the gate? I was. It's hard to explain. I imagine so. Strange times we live in. We who've survived. I recognize you, of course. Aloy, the outcast who won the proving. I'm glad to see you survived your wounds. High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Karja Sundom? You seek exile? No. A traitor named Olin. The matriarchs made me a seeker so I could go after him. And then you should head north to Mother's Crown. If you make it, talk to Maria. She'll point the way. If I make it? The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go unpatrolled and our borders unguarded. We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? Ugh. Only because Sona went missing. I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life. And so I have. You said the trail is dangerous. What sorts of dangers? Almost too many to name. The killers are still out there, and somehow they've corrupted the machines, spreading madness. Yes, I've seen it myself. Bandits, too. Cutthroats who snuck across the border to prey on us. The word is, there's a camp in the metal ruins upriver. Sounds like I need to craft more arrows. You said I won the proving. How did you know that? I spoke to survivors. They said you fought bravely, as did Bast. And my sister. Your sister was Vala? I'm very sorry. I liked her. I think we might have even become friends. If we'd had a chance. Thank you. She died saving others. There is no better death. You said the war party was massacred. How? When word came of the attack on the Proving, War Chief Sona assembled a war party to give chase. But in their haste to get vengeance, some braves broke rank and raced ahead, straight into a trap. A pack of crazed machines, seething with corruption, fell upon the braves and savaged them. War Chief Sona led a countercharge and destroyed the machines, but by then the killers were gone, and our losses were extreme.
You said War Chief Sona is missing? Even when the war party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer? Of course I did. But Sona denied me that. She ordered me to see the wounded back to the Embrace. And to guard this gate. To guard the Embrace. With my life. That was days ago, and since then there's been no word from her. So there's no way to know if she's alive or dead? If anyone could survive out there, it would be her. Sona's prowess is legend. An unbending spear to measure ourselves against. Sounds like she sets a high standard. Ugh, you have no idea. She's my mother. I should be on my way. Aloy, before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership. I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The War Party massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. She went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. I get it, Varl. I'll see what I can do. По следам вождя. Так, стоп, а это лошадь у меня все. Пилозубы тут. Ничего себе. May the goddess protect. Спасибо. My whole life. All of it in the embrace. The world just got bigger. But also more dangerous. Много лута не бывает, как вы знаете. Так, это задание искателю врат по следам вождя. Наверное, надо вот это, потому что оно попроще. Типа, потому что он сказал, до того, как ты пойдешь в венец матери, сделай его. Сколько у меня очков? Пока что маловато. Так, мне все равно в ту сторону. Пятьсот шагов. Погоди, как на кружочек гуманить его? Где там кто-то? Injured when the war party was ambushed? Not exactly. And I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking. Just Koi? Well, whoever you are, you're hurt. What happened? My name's Kren. I thought I'd have a go at the trials of the hunting grounds over the rise, you know, hone my skills. It didn't go very well. You got injured at a hunting grounds? How? Well, I was aiming for a canister on the back of a grazer, and my bowstring snapped, and I tripped, and... forget it. It wasn't pretty, okay? I just wanted to train a bit. Hunting grounds are perfect for that.
Короче, кого-то убили из людей. Trials, which are like challenges, and they give you marks if you accomplish objectives or beat certain times. The keep is up there on the hill, just to the north. Talk to him to do a trial. I'm sure you'd do better than I did. Why did you say you weren't anything at all, and that I shouldn't talk to you? I stole a bow, okay? And got cast out. This was before the proving, so now I can't even fight for my tribe in its time of need. I have to live in the wild by myself, which is why I wanted some training. Honestly, I'm just glad the keeper would talk to me. I think he might be an exile or something. He doesn't seem to care about the laws of the matriarchs. Things aren't exactly going your way, are they? Is there anything I can do to help? No, no. I'll be all right. My father always said our mother had a plan for me. Before he got run over by a strider anyway. I need to get going, Kren. All right. Be careful. Especially if you're heading north. And be sure to hit the hunting grounds if you want to train up. Охотничьи угодья Нора. Там испытания всякие. Ладно, продолжаем. По следам вождя идти. Не дадут дойти, да, никак. Здорово, торговец. Ого, особые предметы. Мне это достанется бесплатно. Бесплатно я с удовольствием возьму. Чё? Так, что еще у него есть интересненького? Блин, ну а теперь тут крутая одежда всякая есть. А я какое-то дерьмо купил там, блин, за 200. А тут крутые шмотки теперь появились. Ага. Правда, у меня на них не хватит. Капец, осколков надо. Просто капец. Только взять этих осколков. Проща крутая есть. Я какую-то опять чушь там купил, блин. Тут крутая проща есть. Сколько вообще стоят мои вещи? 50 проща всего лишь. Капец, дешевка. 50 одежды. Ну, конечно, в 4 раза дешевле стало теперь. Модификации тоже дешевые, блин, по 10.
осколка всего лишь. Ладно, будем копить тогда. A hunting ground. Ross said there's good machine hunting across the river. That man. Тут что стряслось-то, ё-моё? Трупы. There's danger ahead, girl. Danger for you, Outlander. This is Norland. Yes, yes, yes. Trespass is forbidden on pain of death. Strange phrase, the pain of death. See? This one's in no pain at all. Who was he? A thief, slaver, a killer. The kind that give honest killers a bad name. Farrell told me there would be bandit ambushes on the road. Well, it's not all good news. They don't always come to you. Most dig out a camp, and there they'll sit like spoil on meat. Unless someone does something about it? I like you. Follow the trail of smoke on the other side of the ruins. I'll be there. Okay. Увидимся там. Кстати, у меня же там сундук был. Блин, у меня не хватает места. Отлично. Бронебойный лук. Мне не хватает места. Одежда. Вот это шлем у меня тут. Так себе. Оружия у меня нет уже места, блин, для оружия. Focus is picking up some kind of those ruins. That must be Devil's Thirst. A study of the old ones. Падальщики, блин. А мне вообще не туда. Что тебе надо, существо? Давай.
Being able to override you would help. Now where would I learn that? Все бежим. Погоди. В общем, вот тут мы и закончим. Я сохранюсь и продолжим эту миссию с этого места в следующий раз. Пока.